Что происходит с этими двумя? Они такие с тех пор, как вернулись прошлой ночью. Ты видел, чтобы сюда привели других духов из деревни Трав? Я скоро потеряю свою жизнь. И ты думаешь, что меня интересует деревня Трав? Они устроили засаду на Северной горе. Они намеренно спровоцировали Сяолань. Трюк с освобождением, чтобы поймать ее. Что именно задумал Фэйе? Должен ли я сказать ей правду? Я даже не знаю, сбежал ли Ланду. Он сказал, что высшее управление не поймало ни одного духа, но я не знаю, правда ли это или нет. Стоит ли мне обсудить с ним этот вопрос? Нет. Фэйя хитер, и с ним трудно иметь дело. Я не могу рисковать и сделать Сяолань своим врагом. Забудь. Он простой смертный. Он не понимает духов. Он не может иметь дело с высшим управлением. Я не могу вовлекать его в такие дела. Госпожа, вы здесь, чтобы получить консультацию или купить лекарство? Приветствую. Я не госпожа, я управляющая поместьем. Я пришла сюда найти целителя. Целителя? Так вы ищете целительницу Сяолань или целителя Адзю? У девушки поднялась температура, она не может встать с постели. Я слышала, что целительница Сяолань лечит такой недуг. Вы могли бы пойти со мной в поместье? Я? Абай, поторопись, принеси мою коробку. Сейчас, Сяолань. Сегодня просто... Невозможно. Невозможно? Но я вижу, что пациентов здесь нет. Я Адзю. Приветствую, управляющая. Целитель Адзю, я много слышала о вас. У госпожи Сяолань еще нет опыта и навыков. Боюсь, она не справится с этим. Почему бы не позволить мне лично посетить поместье и провести лечение? Но пациентка дома – молодая женщина. Целитель Адзю, вы мужчина, это может быть неудобно. Что ты делаешь? Разве мы не договорились, что я буду лечить женщин? Других женщин, да. Но не в этот раз. Почему? Если сказал нет, значит нет. Хорошо. Сердце целителя не знает пола. Давайте не будем больше откладывать, чтобы не ухудшить состояние. Целитель Адзю, сюда, пожалуйста. Целитель Адзю, сюда, пожалуйста. Целитель Адзю, сюда, пожалуйста. У принца Е ведь нет больных девушек, верно? Принц Е известен своей сдержанностью, а его место жительства всегда было тайной. Это поистине удивительно, что целитель Адзю знает об этом. Принц Е всегда любил лотосы и ежедневно отправлял людей собирать для него свежие лотосы. Этот аромат уникален для северного города. И он на тебе. Принц Е ожидал, что вместо нее придете вы. И он уже давно ждет в кабинете. Сюда. Прошу. Обратился к залу трав за медицинской помощью, чтобы подтвердить личность Сяолань. Я устроил засаду у Северной горы, но ты встал у меня на пути. Вчера вечером высшее управление сделало свой ход. Освободил ее только для того, чтобы снова поймать. Ты... с нарисованными лезвиями... безжалостный. Где вы сделаете свой следующий ход? Пожалуйста, просветите меня. Когда я привел тебя в свое поместье много лет назад, ты был всего лишь юношей.
Тогда я позволил тебе назвать меня братом Е. Не нужно обращаться ко мне как к принцу. Столько лет прошло. А ты уже забыл? Милость и помощь принца Е тогда я никогда не забуду. В 16 лет я пошел добровольцем к покойному императору охранять границу. Более 10 лет военной службы в обмен на мир и процветание Северной Земли. Но прежде чем я смог вернуться в столицу, мой собственный брат узурпировал трон. Теперь я могу быть только этим праздным принцем, ловящим духов. Думаешь, я был бы доволен такой ситуацией? Те, кто служит лидерам, стремятся обеспечить благосостоянием людей и защитить мир в стране, независимо от их статуса. Простые люди будут их уважать. Хорошо. Хорошо сказано. Но нынешний император некомпетентен и пренебрегает государственными делами, одержим только стремлением к долголетию. В течение многих лет духи, захваченные высшим управлением, использовались для эликсиров. Люди страдают, императорский двор в смятении. Я вижу все это. И мое сердце наполнено негодованием, но я бессилен. Хотя силы высшего управления невелики, они все элитные. Если мы с тобой объединим усилия и добавим особые способности духов, сможем восстать. Мы наверняка сможем захватить этот мир. Тогда я издам указ о мирном сосуществовании со всеми духами. Ты и госпожа Сяолань тоже сможете быть вместе. Фэйе, если ты действительно заботишься о людях и жалеешь невиновных, ты бы не обманывал меня до сих пор. Недавно пойманный редкий дух принца Е сегодня вечером должен быть очищен. Хорошо, поторопись и отведи этого старика посмотреть. Даже если император одержим алхимией, разве ты не поощряешь тиранию? И случай с парой Ли мне полностью известен. Это ты послал людей убить их. Так называемый захват духов, чтобы избавить людей от вреда, на самом деле твои корыстные желания. На протяжении многих лет вы фабриковали преступления и строили заговоры. Сколько невинных было убито? Говоришь о доброжелательности и нравственности? Однако твои действия жестокие. На этот раз... я больше не поверю тебе. Зимин, когда ты был молод, ты сказал мне, что я единственная семья, которая у тебя была в этом мире. Для меня? Разве ты не такой же? Если ты сейчас вернешься, я прощу тебе все преступления. Принц Е. Наши пути разошлись. Я ухожу.不敢回忆这红尘旧楼阁。
是看风微蝶飞过你北风，不过平生。